Как закрепить область в Excel? При работе с большими таблицами в Excel вы можете закрепить необходимый вам столбец, строку или область для того, чтобы легко сравнивать значения в таблице с заголовком многострочной таблицы. Для закрепления области в окне открытого документа перейдите на вкладку «Вид» и в группе «Окно» раскройте список кнопки «Закрепить области». В появившемся меню вы можете выбрать как закрепление отдельных строк и столбцов, так и закрепление области значений. Выберите команду «Закрепить области». Теперь зажмите левую кнопку мыши на первой ячейке необходимого диапазона и растяните область выделения, захватив необходимую группу ячеек. Область будет закреплена. Убедиться в этом вы сможете, прокрутив страницу вниз с помощью колесика мыши или полосы прокрутки, расположенной справа. Как вы можете заметить, выделенная область остается неподвижной на фоне изменяющегося диапазона ячеек таблицы. Отменить закрепление области вы сможете, также раскрыв список кнопки «Закрепить области» и выбрав команду «Снять закрепление областей». Таким образом, вы сможете быстро закрепить необходимую вам область таблицы Excel, значительно облегчив себе работу с документом.